Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. На моей следующей лекции мы будем обсуждать такое основание прекращения обязательств, как невозможность исполнения. Это достаточно сложный, запутанный институт. Мы попытаемся внести ясность в этот вопрос, насколько это возможно. Рассмотрим функции невозможности исполнения, соотношение с понятием риска и непреодолимой силы. И попытаемся все-таки нащупать те критерии, когда невозможность исполнения действительно приводит к прекращению обязательства. Смотрите на видео консультанта.